Просто, Настя, скажите нам финальный вопрос. Год заканчивается. В уходящем году какое событие или какой день или какой спектакль был самым радостным, праздничным, и вот который хочется запомнить? Был такой день в 2019 году? Самый радостный день? Господи, когда мне спрашивают, самое любимое там, я не знаю, блюдо, самый хорошо, любимый город, самый любимый фильм, самый любимый... Это для меня сразу... Хорошо, я же весы, выбрать невозможно. Из 2019 года что-то запомнилось? Вот и в 2019 год, и в 2020, и в 2021 будет вспоминаться по какому событию, по какой премьере, по какой... Почему, ну, чтобы... конечно же, премьера... Слушайте, ну, у нас премьера комедии о том, как банк грабили... Угу. А что у нас еще? Вот на этом. Подождите, кстати, еще, между прочим, я озвучила одного из персонажей в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Я там и пою, и говорю голосом одного персонажа. Не скажу, какого. Пусть вот народ приходит, смотрит, наслаждается, слушает. Очень хорошей компании. В очень хорошей компании. И Григорий Лепс, которого, кстати, я изображала, и Филипп Киркоров, который тоже изображал. Вот. Ну и много других наших потрясающих артистов первого эшелона. И вот мне посчастливилось работать. Я озвучила одного из персонажей. Ну, я думаю, вы нашим зрителям... Много чего интересного. Да. Мои дети каждый день меня радуют. Верочка, конечно же, прям активно заговорила в 2019 году. Это очень здорово. И запела, и затанцевала. Она вообще у нас такая кокетка. Может быть, будет артисткой. Посмотрим. Может быть, будет артисткой, а мы, может быть, сходим и посмотрим. Да уж сходите, да, посмотрите. Полумюзикл. После того, как мы его так вот пиарили в течение получаса, мы просто обязаны. Я думаю, что наши зрители тоже. Огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо. Приходите к нам почаще. Спасибо, ура.